Ну, например, все западные средства массовой информации говорили нескончаемым потоком о разбитом счастье замечательных фигуристов, одними фигуристами, пара Усова-Жулин, и вот потом Оксана, которая увела мужа, пыталась стать кинозвездой в Голливуде. Кстати, все продолжают жить в Америке. И те ваши ученики, и эти ваши ученики. И его нынешняя жена, Таня Навка, которая с успехом сейчас представляет Россию и стала четвертой в мире, она тоже моя ученица. Так кто кого у кого увел? Можно два слова? Почему и от чего получилось так, что вы с ними практически вот после этой истории прекратили работать? Дело в том, что вообще-то я готовилась к интервью или к разговору с вами как профессиональный тренер, а не тетя, которая исчерпала все свои резервы и теперь вспоминает скандалы. Но уж если вы затронули эту тему. Дело в том, что Майя с Сашей на наших глазах, на глазах меня и моего мужа Семена Белизгеевна, они женились, они были счастливой супружеской парой. И когда я увидела такие, так сказать, около себя раздоры молодой семьи, неважно, кто это была, Оксана, Валя, Петя, то я это около себя, так сказать, не могла терпеть. Поэтому, чтобы сохранить семейное счастье молодых людей, иногда так бывает, что чашка начинает с трещинки, а потом ее, ну, склеить трудно, но что-то хотелось бы как более старшим людям сделать, я рассталась с Оксаной Грищук. Я считаю, что во всей этой истории виноват был ее партнер Платов, потому что он, так сказать, не принял должной принципиальной позиции сказать: «Оксана, остановись», или там: «Саша, остановись». И